Привет, друзья! Рад видеть вас! Я вот решил по подземельям полазить немножко, ой, по лестнице забраться. Ладно, шучу я. Катю я ищу, мисс Кейти, сестричку мою. Забрали ее лол куда-то, я все никак не отыщу. И заодно мы расколдуем всех лол, а то они от чего-то стали злыми. Непонятно почему. Ну, ой-ой-ой-ой, еще одна куколка! Ух ты! Не знаю, хорошо или плохо, что нас стенка отделяет синяя. Интересно, она добрая или нет? Ой, что-то нахмурилось, даже не знаю. Я там видел синий ключик. Глядите, этот шарик непростой. Этот шарик открывает дверку, смотрите, хоп. Теперь там должно быть открыто. Так, ой, привет, меня Макс зовут. Ой, ничего себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Это не просто куколка лол. Это страшный враг, монстр. Ой, вроде такая миленькая, но что-то злая. Эх, заколдовали ее. Точно говорю, заколдовали. Да, мышка? Ой, как-то она злится очень. Фух, видели? Ну, ой-ой-ой. От нее отлетают косички и меня того. Ой, пустите обратно. Ой, видели? Она от злости своей взрывается. И меня вместе с собой тоже. Так, может попробовать быстренько пробежать? Так, тихо. Оп, ой-ой-ой-ой. Ой, не. Нет, не надо сюда. Ой, ихние косички нельзя дотрагиваться. Ой, что ж тут делать-то? А видели, как они делают? Они так бу-бух, и все. И косички во все стороны летят. Ой, осторожненько. Ой, а как у меня так получилось? Тихо, не надо. Ох, убежали. Глядите. Ох, одна осталась злая. Даже не знаю, открывать ее или нет. Или пусть там сидится себе. Ты чего, злюка? Ой, нечаянно я. Ох, убежали. Вон. Вот они злые. Я ж по-хорошему к ним подошел знакомиться, а они вот как. Фух, ну главное, что мы избавились от... Ой, это что было только что? Ничего себе, тут весь потолок в шипах. Тут на... Да что ж такое-то? Не могу пройти, вы представляете? Шипы тут не дают, проход маленький, а у меня ушки вон какие большие. Я как слоник. Хе-хе, даже мог бы на них полететь. Так, летучая мышка, что мне тут делать? Как пройти-то? Ой, ты проснулась? Ну, помоги мне. Беги. Эх, опять заснула. Эх ты, Соня. Так, ладненько. Будем осторожненько двигаться, потихонечку. Так. Ох, ой, кажется... Ой! Фух, кажется, прошли. Ох, тут надо просто очень медленно, чтоб, не дай бог, не подпрыгнуть. А это еще кто? Ой, она опять там стоит, это девочка новая. Друзья, интересно, как ее зовут? Я ее назову. Даже не знаю, как... Бомбочка. Нет, не бомбочка. Косичка. Нет, не косичка. Ой. Фух, убежали мы. Мы подумаем, как ее назвать, а если вы знаете, как зовут эту куколку лол по-настоящему, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я буду вам очень благодарен. Кто первый напишет, тот молодец и попадет в следующее видео, представляете? Буду ждать ваших комментариев. Ну а пока я нашел этот ключ. Так, этот ключ должен отворить те двери. Только где они были, так осторожненько, чтоб не наход... Фу. Эх ты, мышка, вот бы помогла мне. Висит тут себе, по сторонам глядит. Ладно, ой! Ой, новое место, так надо быть осторожней. Тут замок, тут тоже замок. О, ключик. Ой! Ничего себе! Вот это ловушку кто-то выдумал! Представляете? Недаром тут черепочек нарисован. И лол написано. Да-да-да. Значит, тут замок внизу, а сверху над ним сразу ключ. Но если мы его возьмем, то вы видели, что будет. Мы сразу упадем туда на шипы. Так что нужно перепрыгнуть. Оп! Ой! Ой-ой-ой! Нет! Ничего себе! Фух, они хорошо подготовились. Тут ключ, а тут сразу же это лол! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, ну ты даешь, какая она злая. Назову ее Злюка, вот как. Потому что злая она очень, взрывается. Ох, я даже немножко побаиваюсь ее. Мы смогли подружиться, но... Ой, внизу, смотрите, аж дрожит, и вверху еще. Окружили они меня со всех сторон. Ой, а тут как... А, вон ключ кверху. Но мне надо как-то через люку пройти. Так, давай из люка. Ой. Так. Ой, тихо. Прям на меня бахнулась. Прям на меня упала. Так, давай. Ой, теперь я на нее. Ну, что ж такое? Я придумал. Я поднимусь высоко и там подожду. Так. Ой. Да что ж такое-то? Упал с лестницы. Так, тихо. У меня есть план. Хороший такой план. Тихо. Нет, мой план не сработал. Как же тут можно... Я знаю как. Так, мой лучший план. Я всегда так делаю. Смотрите. Бе-бе-бе-бе-бе, не догонишь. Хе-хе-хе. Получилось, ура. Главное подразниться хорошо. Но дразнить нельзя, кого попало. Только вот этих злых. Да-да-да, вообще дразниться некрасиво. Это вы знаете. Вот и ключик от синих ворот. Ой. Упал я не очень удачно. Опять я здесь. Я же ее уже проходил. Ладно, бе-бе-бе-бе-бе, не догонишь. Фух, ой, как далеко летят ее косички. Ой, так, тут надо быть осторожным. Это ключ открывает. Ой, фух. А вон и флажок внизу. Ой,
Может, здесь так же под разными убежим? Бе-бе-бе-бе-бе-бе, не поймаешь, не поймаешь. Ой, вот это я умный и очень быстрый. Класс. Так, ох, мышка, видела, как я справился с ними? Хе, здорово получилось, правда? Так, ладненько, за дело. Ой, там вверху еще одна. Тут их целая банда, я бы сказал. Целая семейка этих злых куколок. Так, тихонечко. Интересно, а что было, если бы она добрая была? Она же бы наверняка... Ой, а как звездочку эту взять? Ой-ой, тут шипы. Тут надо очень осторожно. Еще и вверху это стоит. Что ж делать-то? Может, как раньше? Под разными убежим? Да? Или нет? Надо подумать. Так-так-так, попробуем. Так-так, осторожненько. Ой-ой, не успел. Ладненько, держись. Ну-ка, бе-бе-бе-бе-бе, не поймай. Ой, на шипы наткнулся. Ничего себе, тут кругом подстерегают опасности. На каждом шагу буквально. Да, мышка летучая? Как тебя назвать? Назову тебя Бати. Бати, да? Или Бетти, Бетти назову. Знаете, почему Бетти? Потому что летучая мышь на английском будет The Bat. Да-да-да. А мы и ласкательно назовем ее Бетти. Ой-ой-ой, Бетти, спасай меня! Фух, ой-ой-ой-ой. Да, так что летучая мышь на английском будете теперь знать. Бет будет, вот так вот. Ой, фух, все звездочки собрали, видела, Бетти? Классно получилось. Ладненько, можно теперь, наверное, дальше идти. Я там наш ключик желтенький. Вот это мы молодцы, со всеми справились. Все испытания прошли. Ох, прям горжусь нами. Ладненько, надо дальше идти и быть предельно ой, фух. Ох, не нравятся мне эти падения, так высоко падать. Так, ладненько, что тут у нас? Тут у нас шипы. Я не очень люблю шипы. Они острые и неприятные. Ой, тут злюка. Ой, две злюки. Злюки-близняшки. Интересно, как я на самом... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, злюки! Ой, забомбили меня. Как интересно их на самом деле зовут, а? Девочка с розовыми волосами. У тебя такие косички красивые и прикольные, а ты такая злая. Нельзя ж так тоже. Так, тихо, прыжок! Ой, глядите! Ой, что там я нашел? Фургончик, на котором написано ЛОЛ! Ну дела! Ну-ка! Ух тышка! Какая-то тележка! Я бы сказал машинка, но это больше на тележку похоже. Давай, тележка! Ой! А чё ж то? Как мне туда тебе? Ой! Тут же шипы! Я толкать тебя дальше не могу! Ой! Ну дела! Что ж мне с тобой делать-то? Там нас Бетти эти поджидают. А тут тележка. Ладно, пойдем посмотрим еще раз на Бетти. Что они там? Вот Бетти висит. Так, Бетти, ты сидишь за злюками? Так, что ж мне делать-то с ними? Ладно. Ой, фух, чуть не этот. Нам надо как-то тележку затолкнуть наверх. О, почти, давай. Ой, чуть-чуть, надо посильнее толкнуть ее. Так, вот, хороший разгон, ну, чуть-чуть. Эх, почти ж получилось. Еще сильно-сильно надо толкнуть. Ой, это ж надо, у нас же получилось. Тю, и, ну как так? Ладненько, сейчас попробуем еще раз. Эх, шипы эти, не люблю я шипы. Ой, смотрите, получилось! Так, а как же я туда запрыгнул? Ты ж тележка все место заняла, ой, ух. Так, тележка, что делать-то будем с тобой? Ой, застряла, что ли? Эй, ну, ё-моё. Ну, давай, ой. Что-то не очень хорошо получилось, мне кажется, не так надо было. Ну, ладно. Так, злюки, я спущусь, а вы меня... Ой. Фух, победили их всех, здорово. Вот это мы молодцы. Ой, я, кажется, сюда допрыгнуть не могу. Так, тележка, ты мне нужна. Так, как бы тебя сюда достать? Ой, какая ты тяжеленная, железная. Ну-ка, может, допрыгнем до этого шарика? Так, тихо. Ой, чуть-чуть не хватило. Есть! Вот только одна проблемка у нас нарисовалась. Мы сюда запрыгнуть не можем. Эх, без вот этой штуки, без тележки, мы запрыгнуть туда не можем. Ну как так? Может, ее на скорости надо было катить? Ну ладно, сейчас попробуем. Мы-то уже знаем, что делать. Ну, берегитесь, злюки. Ой, тихо. Так, давай, тележка, катись, вперед к победе. Ой, подождите, я звездочку не собрал. Так, тележка, нам надо обратно катиться. Мы там звездочку не собрали, тележка. Ай, ладно, давай, вперед. Ух ты, видели, как здорово получилось. Ну, делишки, хорошая тележка, и на ней написано ЛОЛ. Это я знаю, это добрые куколки ЛОЛ нам эту тележку специально подарили, чтобы мы прошли этот уровень. Ой. Ну как так-то получилось? Договорился я. Да. Нет, так уже не играю. Так нельзя. Все. Будем предельно осторожными. Все, тележка, мы уже знаем, как с тобой обращаться. Давай. И отойди, мне ж туда запрыгнуть надо. Фух. Так, давай, вперед, на наших врагов. Вот так вот все взорвались. Опа. Вот, видите, как мы быстро справились? Ура! Прошли, наконец-то, этот сложный отрезок. Фух. Так, что тут у нас? Так, тихо. Ой, опять ты. Да сколько ж можно-то?
Ой, эта злая девочка на каждом шагу буквально. Ой-ой-ой-ой, кажется, надо бежать. Фух. Ох, и по этот попало по нам. Но глядите, у нас осталось одно сердечко, мы еще живы. Надо быть очень осторожным. Тут видите, ключик между двумя шипами. Надо так прыгнуть, чтобы не попасть на шипы. Так, тихонечко-тихонечко. Ой! Фух, у нас получилось! Ура! Вот это вы молодцы! Так, отправляемся дальше. Так, тихонечко. Ой! Что тут? Ой-ой-ой-ой, нет, я сюда не хочу. Ой, они не взрываются, кстати. Ой, может, это хороший лол? Ой! Не взрываются. Так, тихо, не трогайте меня, лол. Тихо-тихо, я же за вас. Я ваш друг. Максим, вы же меня знаете, я знакомился с вами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Кажется, спаслись. Ну и дела. Да уж, это было сложно. Но мы справились. Потому что мы лучше все. Да, но без вашей помощи я бы не справился. Потому что вы меня поддерживаете, пишите комментарии и ставите лайки. Так что, друзья, пришло время передохнуть, поесть чего-то сладенького и поиграться. Ну а пока, ставьте пальчики вверх, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии, конечно. И до скорых встреч! Пока! А вот здесь мы в следующий раз откроем дверку. А может и сейчас откроем? Ну-ка поглядим, что там у нас. И...